Друзі, всім привіт! Ви просили, ми привели. Сьогодні у нас є класний перекуп в студії. Це людина, що займається професійно, займається купівлі і продажем автомобілів. І на всі ваші запитання він сьогодні відповість. Андрій, доброго дня. Добрий день. Буду по руські. Звіня по українськи непогано розмовляю, але скорість речі буде десь замала. Тому буду інформації, буде багато, тому ви за все, буду розмовляти по російськи Ці підборщики безтолкової там там олені. Тобто, якщо воно тече, то нехай воно тече і ляпає на асфальт. Я кажу, треба, Доктор треба пити таблетки. Бать, надо колоти". Які у вас кумедні історії були за останній місяць? Я кажу, а ви подборщик? Да, ну я не хотів говорити, тому що інакше ви мені пошлете. Я кажу, ну ви сказали, я вас пошлю. У вас теж є, конечно, косяки. Давайте не будемо беруть бабло. Розвіріть, забили. Ну, буває так. Нечистий на руку, як говориться, приворувався. Треба відразу закладати історію, що тобі його колись треба продавати. Ну, да. Ні, нічого не тече, сухій все. А ми бачимо, що воно замить. Люди або свідомо так роблять, або раніше було проще продати автомобіль. Перше запитання: що з ринком? Ну чи є зараз у вас робота, бо ми тут на подкасті недавно розганяли, що деякий сегмент ринка він йде тупо в піке. Е, може, у вас інша думка? Не, думка очень похожая, ладно, смотрите, скажем так, называется «Волны Черного моря». От полного штиля до легкой ряби. То есть в разных, в разных скажем, категориях, в машинах до 5 все более-менее стабильно, в машинах до 10 небольшая просадка, но тоже продается, опять же, с учетом моделей все да, целой политики коснемся позже. В машинах выше 15, как вы, наверное, заметили, прям все стабильно грустно единичные продажи есть, уже все пришли единичные кое-каким, но это кое-что, это вернее кое-как, не кое-что, скажем так. То есть в рынке, в сегменте, мне кажется, выше 15-20, все же неприятно. Люди покупают, но только с дисконтом, только покупают прямо, вот, чтобы машина была Ну, очі хороша і очень, очень дорога. От я бачу так, ринок гаразд. Інше трохи запитання, поки що такі абстрактні. А що взагалі бісить в ринку? От прямо зараз, прямо сьогодні. Що є такого ненависного чи є, чи нема? Ну, чесно говоря, я в 20 років, мені взагалі нічого не бісить. Я спокійно, як удав, нічого мені не бісить. Смотря на ситуацію, ну, понятно, економічку, політичну, нічого мені не бісить. Все хорошо працюємо, Нічого не бісить. Гаразд, тема нашей встречи сегодня там в комментариях люди написали, как правильно треба подготовить автомобиль, чтобы его посмачнейший продать. Очень правильно. Это очень, это очень обширный вопрос, очень сложный. Если мы будем немножко можем удаляться, ну, в любом случае будем удаляться, а те вы же меня знаете. Я вас поверну. я, я и рад бы не удалиться, но я недалеко схожу и вернусь сюда. Во-первых, смотрите, давайте начнем короткий экскурс в историю. Давайте откинем хотя бы там кроманьонцев, палеолит. Перейдем к крайне каменному веку. Первое, когда даже вы покупаете машину, это так, совсем сначала, да, вот. Не забывайте, это счастливое время продаж ну, в кавычках, придет. Вот если вы понимаете, что что там сохранить, там не прием, вот покупайте машину, которую вы понимаете, что можно продать. Идем дальше. Рынок сейчас, я же понимаю, почему просто такой возник, потому что сейчас за товарие рынка довольно существенная, и продажи, естественно, меньше, чем там, еще там, несколько лет назад. Поэтому продать стало еще чуть-чуть сложнее, и вопрос стал еще более остро. Правильно я понимаю? Поэтому раньше было проще продать автомобиль. Ну, то есть уже покупали его в любом состоянии, покупали его, ну, плюс-минус цена, кому-то было надо, было меньше там всяких ожиданий неприятных, машина нужна, ее продавалась. Сейчас стало продавать машину примерно процентов, ну, если вот так, общий, так в общем, на 30 сложнее, чем раньше. Так, так, продав... То есть, правильно я понял, первое, на что нужно обратить внимание, когда купуешь автомобиль, нужно сразу закладать историю, что тебе его когда-то продавать. Скажу так, надо это иметь в виду. Не забывать об этом. Если вы четко не взяли на много лет, там 5 и больше, много лет это, как по мне, это 5 и больше, мы не знаем, что будет с рынком через 5 лет, поэтому туда уже, это уже досуга туман. Если эти год, два, три покататься, опять же, может быть машину за 100 и продать потом за 20, совсем неприятно, совсем неприятно, правда? А можно купить за 100, а продать потом за 67 через 5 лет. Да, вот. Это большая разница. Если вам это имеет значение, так вот не забывайте об этом. Если фиолетово, вы, у вас в жизни получилось, живите как хотите. Все правильно. Теперь давайте о автомобилях. Про революцию. Да, поехали теперь. Смотрите, первое, что надо, надо знать о машине. Первое, внешний вид. Внешний вид. То есть, скажем так, давайте пойдем, как, какая машина должна быть для правильной продажи автомобиля. Скажем, есть очень важные вещи, есть важные, есть менее важные все сделать бессмысленно, да, машину приготовить, привести в порядок для продажи, старайтесь, чтобы был хороший салон. Сейчас очень много детейлинга, очень много всего. И в идеале своими силами, опять же, если мы говорим о разных сегментах, если больше где дорогая, сами отмойте, очистите, берите порядок. По кузову, чтобы не было видно ржавчины, чтобы она не была кривая, чтобы она была пристепенно зазоры. Есть такие люди, смотрите внимательно, посмотреть. Даже если у вас никого знакомых нет, залезьте в интернет, вы не такого человека. Такого да, человека, это да. человека? Который может вам, если вы сами не можете, допустим, приготовить машину к продаже, который может комплексно вам помочь в этом вопросе. Вот у меня, допустим, такие А, понятно. То есть, мы говорим про людей, которые могут подготовить но мы сейчас не говорим, допустим, мы не можем взять какую-то Шкоду Фабию там, за 4 тысячи долларов, отдать ее на детейлинг, отдать за 300 долларов. не нет, не, боже упаси. Это сами. Я говорю так, сейчас рынок нацелен на то, чтобы человек сел и поехал. Он не хочет заниматься. Во всех сегментах. Вот это замечается. Раньше человек был готов что-то подворить порой, что-то там сделать. Сейчас прям хочется чуть ли не масло не менять. Ну, утрирую, конечно, но в принципе сейчас рынок, скажем, заточен под готовый продукт. Он должен сесть и кататься. То есть вы должны эту машину приготовить к следующему, хотя бы визуально, прошу пардону, да, вот, максимально сделать. Как раз большинству людей проще ходовку подделать сам себе, потому что все поедут. Заехал 100, поменял, сделал. Да, вот. Если мы говорим о салоне, людей это напрягает больше. Дальше идем. ценовая политика. Это очень серьезное дело. Да, вот. рынок сейчас заточен на продажу, скажем так, недорогую, недорогих машин. Ну, мы говорим, если о говорим, а, а, вилки, допустим, от 7 до 10, если поставите 10, это на полгода. И не факт, что вообще продадите, будут звонки. Как ориентироваться, допустим, по цене, э, все ли в порядке? Если у тебя раз в неделю идет звонок, да, вот раз два раза лучше в неделю, и раз в неделю в полторы просмотр, это уже шансы машину продать есть. Вы должны быть себя к этому готовы. Вы должны машину показать, постараться это сделать. Это очень важный момент. То есть, если, видите, звонков нет, не ждите, скажем, рынок идет вниз. Ну, скажем, с начала войны будем реалистами. То есть, он сейчас, он, скажем, когда-то приостанавливается, легкий откат. Но в среднем идет рынок вниз. Ну, машины дешевеют, да, вот, относительно не по ходам, а просто ускорение дешевления идет из-за ситуации в стране. Это логично. Из-за курса доллара, ну, понятно, да, не будем. То есть, цена очень важна. И вот эта ситуация, что я столько вложил, я столько сделал, это плюс, но он может не скорректировать или мало скорректировать цену, или не скорректировать, и вряд ли вы отобьете вложение. Надо быть реалистом. Продажа машины это вот все, вот, вот, как развод. Развелись, забыли. Ну, бывает так. Реальность. Дуже объективная, объективная реальность. Давайте просто о ней говорить: я с этим сталкиваюсь каждый день, а вот я же сделал, вот я ездил, мы так любили машину. Я говорю, все понимаю. Не продавайте. Надо продавать. Я говорю, давайте продавать. Ціна має огромное значення. Гаразд по ціні, якщо роздивлятися ринок автомобілів від 7 до 10, то яку ціну да. треба ставити? Сразу по 7? Ні, 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 ні в коем випадку. Ні, Смотрите, а ще один важливий момент: що на чем на цену влияет? Конечно же, время. Очень важный момент не суетиться. То есть, если вам нужны... Мы когда-то об этом говорили, помните, у вас был знакомый один, там, по-моему, вызвали, да, по-моему, я не помню, не могу вспомнить. Вот. Так вот он всегда это и говорил, и за, -за это регресс ничего не поменялось. По сути, все просто обострилась конкуренция в продаже автомобилей, а сам рынок да, да, не поменялся. уже богато. Да, обострилась, поэтому вопросы эти возникли. Я же раньше люди сами справлялись, ничего не заморачивались, у них покупали и, и, и друзья, и просто с интернета, ну, понятно, да, с объявлений, и там те же самые перекупщики, все по купали машины, и все было нормально. Сейчас сложнее. Поэтому вопрос, я же понял, почему этот разговор вообще как бы возник у нас. Так вот, время не ставьте самое страшное, когда вы себя загнали в крайние сроки, когда вот мне там через дня уезжать куда-то, или там мне надо что-то, не дай бог, что-то деньги срочно куда-то купить, и тут тогда вот, сливайте, как получится. Ну, вот, реально, то есть вот, 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 там уже, если раньше, можно за неделю, это почти была нормальная продажа, сейчас за неделю вы можете ничего не успеть. Там, а когда люди говорят, а мне надо к вечеру продать. Здравствуйте, пожалуйста, приехали. ну, ну вот как? Не, ну что, дивимся низ рынка, минус 20%, и живая история, перекупы нет, смотрите, так... Скажем так, перекупы сейчас тоже многие наелись, многие затаренные. Сейчас даже низ рынка не гарантирует быструю продажу, не всегда гарантирует. То есть поэтому очень важно, давайте вернемся, опять же, уйдем, уйдем по факту, чтобы было спокойно время, и от времени даже цену ставим. Ставим примерно середину, опять же, если машина слабая, поэтому кидаем ее вниз, если машина офигенная, можем поставить выше середины, мы сейчас перейдем, к самим объявлениям, это а тоже важный момент, да, вот, то есть машину ставим выше середины, очень грамотно расписываем, показываем, какая она классная, вообще человек действительно увидит. надо донести до потенциального покупателя о достоинствах именно вашего автомобиля. За рахунок чего довести? Ну, то есть классно расповести, я любил этот автомобиль, я занимался, все... когда она захворела, да, да, да. я ездил с ней до в машине хороший вид из окна, да, хорошая аура, хороший вид из окна в машине. Я такой, чтобы вы понимали, я это все такое читал, я просто от этого, я, я коллекционирую эти, и истории, смотрите, нет, первое, пусть приготовили машину, мы считаем, да, то есть, даже вот технически надо обращать меньше. То есть, если надо поменять масло, поменяйте. Если вам осталось 2000 до замены, не меняйте, пусть оно будет. Это не, ну, не такие важные вещи. Важно сейчас внешний вид, важно сейчас хороший салон. Все, что можно сделать минимальными силами, минимальный уже капитал, не, не, существенно удорожая машину, но приводя ее в гораздо лучший вид. То есть, из за этого просто, я понимаю, что люди в этом заниматься всем не хочется. Я говорю, надо. Доктор, надо пить таблетки. Понимаете, надо колоться. Потому что иначе мы это не сделаем. Иначе мы нашу ласточку не продадим. Машина когда приезжая, у меня смотрится машина, она вся красивая, наглаженная, при том это не в плане того, что кого-то обманули, нет, мы просто ее отполировали, мы ее отхимчистили, мы там все подклеили, привели в порядок, она смотрится классно. Технически, может быть, как у соседа, только у соседа она стоит зачуханная, а у меня красивая. Вопрос выбора. Давайте, когда придет покупатель, я вам покажу, кто, что покупает у меня и что они покупают у вас. Теперь дальше идет. Что такое фотографии? Первое. Из этих красивых, не поленитесь, выезжайте, красивое место сделайте минимум 20-25 фотографий, подчеркните все достоинства машины. В описании не забудьте первое описать все, что в машине есть. Я часто просто вижу объявления, когда вижу в машине написано, там, гарная машина, поменял антифриз. Прекрасно. Это, это все про X5, что вы можете рассказать про свой X5. Ну, это, это сейчас я рассказываю четко по объявлениям, ничего нового. Или стоит машина, сфоткала где-то там возле какого-то ржавого гаража. Найдите хоть не ржавый, Господи, простите, ну выйди с вашего кооператива. То есть найдите нормальное место, это все, просто чтобы было и вам приятно, и человеку будет смотреть. Машину мы не скрываем, мы показать все ее достоинства сильно не писать не надо, во-первых, о том, сколько все меняли, вы это расскажете потом, в объявлении это не надо. Напишите, машина не подводила, если она вас есть, не подводила, напишите, что там минимально зен и самое главное, достоинство. Чем вы отличаете от своего от другого? Насколько он комфортно, быстро едет? Насколько она экономная, не экономная, а просто классная, классная машина? Чем отличается там, от таких же на рынке, если вы что-то знаете о ней, вот она лучше этим. Чтобы люди заинтересовать. Вот посеять не зерно сомнения, а зерно интереса в, к вашему автомобиле. Чтобы, ваша задача на этапе объявления, чтобы человек вам позвонил. Но в целом подчеркните достоинство, при том э, сделайте какой-то акцент на личные отношения. Машина классная, любимица семьи, не надо писать, ну, любимица семьи, и продаем мы не потому, что нужны деньги, и продаем ее не потому, что надоело, э, стремимся к лучшему. То есть Покупка недвижимости. Опишите, а сейчас вопрос, почему вы что продаете? Ну, если вы напишите, устал ее ремонтировать, или просто смотрю на нее, она грустная, как у всех, сидит, ну, один, нет, такой говорить не надо. Вы скажите, у товарища покупаю там, машину, там, чуть выше такую же, желательно же такой же марки, ну, выше, то есть вы остались фанатом этой марки, я там мультисистемный, мне хоть, хоть Ягуар, хоть Мерседес, хоть Жигули, мне вообще фиолетово. Ну, в прошлом слове фиолетово, лишь бы конкретная машина была хорошая, что имеется в виду, да, вот, чтобы она была в рынке, в тренде. Кто любите, знаете, ездил на Ягуаре, хочу попробовать, допустим, Альфа Ромео, это где-то рядом, да, или, допустим, хочу свежий ар купить, или, допустим, ну, это, нет, это по, по степени экзотичности, экзотичности примерно одинаковый. Батенька эстет. Создайте историю, ну, минимального успеха, скажем, то есть вы идете, скажем так, от, э, от хорошего к лучшему, а не потому, что нужны деньги последние, как вы обслуживали, С денег нет, как вы обслуживали, у человека в голове возникнет идея, ну, конечно, возник вопрос, правильно? Не надо, чтобы эти вопросы у покупателей возникали. Такие вал информации, что охереваю навіть я. Я хотел запытать... Хорошо, что сегодня сонный, не тороплюсь никуда. Говорю <laughs> медленно. Чему, на вашу точку зору, останнім часом стали мега популярными продажи через Телеграм, Инстаграм, через какие-то соцсети? Отвечу очень просто. Мир меняется. Я еще из тех, я продал первую машину, я абсолютно говорю серьезно, папин, прости господи, москвич 2737, и вот здесь даже что это, не, не эти слова, не москвич 2737, я продавал их с объявления на остановке. Это правда, мне было там лет 17 или 16, я клеил объявления. Никого же не удивляет, что вы потом перешли куда? Бесплатно всегда, в Авиза, кто помнит. А Visa, потом, да. Ну, Вас не удивило, что вы потом перешли, допустим, в интернет. Вопрос, почему удивляет, что вы перешли в ТикТок, в Telegram, в, 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 в все более современные сети. Я думаю, это прекрасная тенденция. Насколько сохранятся современные маркет-площадки, э, да, вот, не знаю. Пока они все-таки держат большую часть рынка. Какую не буду говорить. Ну, то есть, пока еще оно в тренде, оно У меня, смотрите, и... очень много ребят, кто занимается машинами, да, что с авторынка, что куча народу по стране, они продают уже давно с Инстаграма, с ТикТока, то есть прекрасно. У них там по 20, по 30, по 50 тысяч подписчиков. Они уже начинают медленно забывать, что такое автория, что такое РСТ и все подобное. Ну, мир меняется, это прекрасно. А, гаразд, а яке ваше ставлення до перекупів, що продають типу, по Дішману? Ну, мається на увазі, купив, навіть не помив і, і продає як божественну ласточку. Прекрасно, смотрите. во он, да, это, это, я этого мальчика знаю, это из города Одесса, такой есть паренек, такой веселый там. Божественный, прекрасный парень, он продает машин много, он делает свое дело. И я, я вижу это внутри его работу. Смотрите, он берет небольшой, он же машины, как правило, не покупает. Что-то покупает, что-то ему люди на продажу пригоняют. Он делает классную рекламу. Не бывает рекламы, скажем так, неинтересной. Бывает, она не нужна, никто не видит, и бывает, видит. Его рекламу видит он работает правильно, у него все получается. А по дешману, что по дешману? Во-первых, рынок такой. Я-то вижу цену я не буду хайти его работу. И, Мова и, и... трошки не про да. те. Мова ну, да, про да, те, что от, э, купив автомобиль, ну, да. э, например, машина коштует там, 25. Да. Приехали и сказали: так, вот у тебя такие такие недолики, я забираю за 18. Ну, что да. робить, окей, типа забираем да. за 18. И ставите, и причем ничего не вкладываю, навіть не мы, за 29. Ну, смотрите, такого сейчас нету. Вы придумываете. Я вам скажу, давайте смотрите. На ящик конечку Смотрите, смотрите, во-первых, я пью виски. <laughs> а лучше ром, я ведь пират. Смотрите, нет, такие люди есть. Сейчас эта история не актуальна. Есть, скажем так, основные принципы продаж. Они сохранились. Первая продажа. Человек купил быстро продал, и, скажем, относительно немного заработал, относительно немного заработал и пошел дальше, он не хочет заниматься, у него есть поток машин, вот им работает. Второй момент взял машинку, нагладил, поставил побольше, продает реже, но получает больше. Бывает часто получается одинаково. Есть гибридная схема, какую-то продал по быстрому, какую-то нагладил. Вот эта история, когда ничего не делал, заработал миллион, ну скажем, нет. Это скорее все-таки я знаю, как работают большинство моих коллег. Это, эта тема все больше и больше, опять же, за уши рынок перегретый, машин много, эта тема не работает. Если хочешь продать по хорошей цене, сделай конфету. Конфету, при том не в плане того, что об этом, вот, такое разговаривали, если я еду перетягивать потолок, это, говорит, то, что я сделаю в три раза дешевле, чем любой человек, у меня свои люди, да, вот. Если я там приду в порядок, я просто сделаю это дешевле, людям сохраню деньги, а себе получу какую-то прибыль. Вот я сейчас прям за ним, до, до вас ехал, вы же пойти, к вам, и этим занимался. То есть я машины привожу в порядок. Это, ну, вот, в принципе, еще называется автохаус, потому что мы сначала, как в любой нормальной стране, мы машину, как минимум, помоем, похимчистим, отполируем. Это как подготовка к новому хозяину. Никто не хочет смотреть полуфабрикат. Человек хочет готовый продукт. Это понятно. То есть вот эта история ваша, скажу, есть такие индивидуумы, конечно. Мы сейчас говорим о основной работе, о основном, скажем, массе там, профессионалов, кто работает за машинами. Нет, либо он ее наглаживает, либо он ее быстренько перекидывает. Можно где-то срубить по-быстрому. Ну, понимаете, эти фантастические приятные истории, потому и приятно, они нечастые. Их немного. Я знаю людей, которые зарабатывают на машине по 100 долларов, но продают их 5 штук в день кто-то зарабатывает штуку, только продает раз в три месяца. Ну, это очень примерно. Кто-то зарабатывает 10 и продает раз в три месяца, понятно. Ну, разные сегменты, да, кому что надо. А кто-то может заработать 300 долларов, там где-то на периферии, взять машинку на глаз, сказать, круто. Поэтому вот это прям история. О, взял, ничего не сделал, овер до хера, как по, некому отражению там заработал. Нет. Это скорее уже из ряда приятных фантастических историй. А что вам интереснее, продать автомобиль за три хвилины, або его подготовить и продать позднее, а это дороже. Тут зависит от того, я, допустим, заточен больше на продаже. Я машины практически не покупаю, они ко мне сами приезжают. Я не говорить, как люди ко мне сами прям приезжают. То есть мои там коллеги забирай, то есть они под меня работают. Ну не то что под меня работают, со мной покупают, говорят, заберешь, я говорю, заберу, привозите. Мне приятнее приготовить машину. Это лично мне. Но бывает такое, что человек тут приехал, опять же мой коллега, мне что-то, отдай, а, все, он иди смотри на сколько там приклетов и какую-то копеечку, и поехала машина. Поэтому скорее я, лично я тяготею к подготовленным машинам, но это не догма, это скорее, скажем так, это традиция. Люди, кстати сказать, могу похвалить наших покупателей, продавцов, зрителей, средний уровень скажем, продавца, покупателя очень вырос. Люди видят много, это я могу заявить полной ответственностью. Ко мне люди приезжают, и они входят и, ребята, вот ключи, я все вижу, я пошел пить кофе, да, ко мне на площадку приехали, смотрите, оценивайте, потом, если надо, будут вопросы, зади вопросы, понравится, конечно, если машина, поторгуемся, поговорим, прокатитесь, все будет нормально. То есть люди растут, это очень приятно, это отметает, как раз, наоборот, всякую эти глупости с рынка. Как раз совсем уже дикие истории. Они, конечно, есть. И молодежь приходит учиться о своих ошибках. Но, опять же, много вас, много нас, много всяких специалистов, люди сами, много интернета, много знаний. Кто захочет, может прямо этот путь очень быстро пройти. От новичка, который ничего не понимает, до тех, которые понимают достаточно, чтобы не вляпаться в какой-то совсем блудняк, скажем так. При помощи легких специалистов сделать, кажется, себе мнение о машине очень достаточно квалифицированно. Чему, богатех? людей, еще занимаются и продажей автомобилей, просто драконит сильно тех, кто занимается подбором. Я расскажу. Вот у меня была последний раз, когда, когда, скажем, когда я последний раз под, послал подборщика, скажем, давайте так назовем это. Это было очень недавно. Человек звонит, я услышал голосу, когда машинка, когда приехать. Ну, во-первых, это мы понимаем, что человек не спросил не состояние, просто нормальные нормали вопросы, говорит, то по машине. Там что там с ходовой, а как салон, а сколько ездили, а когда меняли, я подъеду. Я говорю, а вы подборщик? Да, но я не хотел говорить, э, потому что иначе вы меня пошлете. Я говорю, ну вы сказали, я вас пошлю. Потому что мне собой это смех, мне не пугает подборщик, удивляет. Часто подборщики, скажем так, ну мы сейчас не о вашей компании говорим, у вас тоже есть, конечно, косяки, давайте не будем, но, 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 но скажем так, в среднем по, скажем, по больнице у вас их меньше. Подборщик приезжает, смотрит бюджетную машину по бюджетной цене и поставит на требования с таким важным видом, не забывайте, что я машины свои покупаю за свои деньги, вкладываю достаточно большие средства, и я знаю, что я делаю, я не буду рисковать. Приходит человек, который не ложил ни копейки в эту машину, и в свой бизнес вложил тоже не очень много, мы сейчас говорим не о вас, вы понимаете, да? Так вот обычный человек, который за полторы тысячи подбирает машину, с важным лицом братан говорю, ну давай ты немножко поспокойнее, будешь поскромнее. Я понимаю, что это хорошая машина, и покупаю на следующий день еще и дороже. Он приходит, просто он испортит может мнение автомобиля, испортит настроение, может клиента отвернуть. вернуть. Когда показывают, вот там вот вмятин, ой, ну тут царапина, ой, чего, что с тобой, там большие, там 15 лет. Друг, ты, ты покажи людям мотор, расскажи о стаканах, о порогах, о ланжеронах, о истории автомобиля, что ты ее пробил, вот тогда мы с тобой разговаривать. Такие люди тоже приезжают все в порядке. Я говорю, не будем, ни чер, нету черного и белого. Есть просто все, кажется, все оттенки серого в этом, в этом бизнесе. Есть почти идеально белых нет, идеально черных нет. Но есть приезжают откровенные лобоси, которые реально просто нас злят, потому что мы тоже профессионалы. Вообще, вы сами знаете, что профессионал всегда злит профессионала. До войны, допустим, военные не всегда любили, допустим, полицию. Они, похожие работы, или все пожарные недолюбливали полицию. Похожие его структуры, ведущие они профессионалы, вроде не любили, антагонизм. Вот так мы, как все профессионалы, есть легкое, вы говорите, перекупщики все там хотят нажиться, а все подборщики бестолковые, там, там олени, нет. Я это прекрасно понимаю, рынок слишком давно в нем. Очень разный, я с людьми работаю прекрасно, с разных сфер, и везде есть Офигенные профессионалы, везде есть понимающие, как лежит машина, везде есть какие-то дилетанты, говорят, что все на придумывают. И самое страшное они могут. В чем проблема для именно для покупателя, Они могут увести от хорошего варианта за хорошую цену. Это да. В чем наши косяки компании авто в автопидборе? У вас нет, у вас не косяки, я даже не. Это, скажу так, это не в плане, это не неправильное выражение. Косяки, у вас есть особенности. Ваша задача найти классную тачку. Сейчас я, я вижу, я просто уже слежу за вашим так сказать, творчеством, так сказать, да, Дякую. деятельностью. Так вот, у вас э, у вас сложно выбрать машину по бюджету. Что имеется в виду? Вы выбираете, у вас да, у вас правила компании, но людям трудно выбрать машину, допустим, недорогую в этом сегменте вы просто не пропустите, а, а человек может хочется, как мне кажется. Вот мы такие, мы блюдем всегда объясняем, вот тут у тебя будет то-то, 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 но ты покатаешься. То есть у вас, не, в силу вашей, как бы, я скажу так, это объективная причина, в силу вашей деятельности. Если вы поставили такую задачу, давать гарантии, все делать, но у вас я, я, трудно выбирать машины, скажем так, недорогие, ну, в своем сегменте ценовом. Я скажу так, вот, дуже багато есть людей, трохи оторванных от мира, Ну, мається на увазі, у мене є 3000 доларів, я хочу сьомий посад. От по Любасу, у мене там нещодавно були такі дзвони. Машина мінімум, саме там 6, отака, стояща в огороді на калінях. У мене є 3, я хочу без шостий. Ну, як йому допомогти? З вами согласен повністю. Я теж в житті жодні, як ролика армянська радіо. Абсолютно вірний. Ком'ярі теж саме приїжджає займається підбором, подсказываю, выбирать модель. Хочу хорошую машину, у меня есть 6 от 2012 -го года на автомате. не продолжай. Найдешь, при... звони мне, пригоняй все 5. а какие еще истории такие кринжовые про автопидбирники? Про автопидбирников, Да нет, у меня их много. Давайте, у меня мягкие кресло, у меня, я не знаю, как-то молоко. Это до понедельника у нас займет. Сегодня у нас как бы вторник. До следующего понедельника мы справимся, я думаю. Не-не, шучу, конечно. История, что кринжовые. Топ-3, топ-5. Сейчас стало, как-то у меня больше активнее стал работать, нет времени, не, ну, опять же, берут бабло, нечистый на руку, как говорится, проворовался, проворовался. Я шучу, конечно, а не проворовал. Когда человек выбирает машину и, и просто напомню эту историю с этого времени, с последней нашей с вами встречи с другим человеком, который, ну тот наоборот, который не тот, а ну вы поняли, да, который тот э, наоборот тот тот, который был, помните, тогда, который с кальяна, может, помните, может нет. Ага, понял. Я да. думаю, кто зрители за вами вспомнят. Ребята, извините, но без плохая жизнь плоха. За что меня любить? Конечно, неприятный тип. Если ты можешь сломаться, быть краденый. Теперь я, теперь я тайных перекупщиков. Прости, Господи. Мне пришлось, соответственно, немножко улучшить качество мотора, засовывание в него носок. Коротко. Как отремонтировать коробку в машине, резинка готов Так вот, смотри, ничего не поменялось. Многие по телефону сразу говорят, э, 200 дашь? Сколько уступишь, чтобы я сказал, повысь цену, а мы снизим. Это даже подборщики так делают. Понимаете, это, это часто такое бывает у меня. Ну, скажем, процентов, ну, опять же, даже процентное сожжение. 40, просто по телефону 200 моих заложите. А, а я говорю, не могу, поднимите цену, я предложу. Ну, куда это годится? То есть, я считаю, есть принцип работы. Я свою машину купил как бы то ни было, я имею право продать ее, почем я не я хочу, а почему я смогу ее продать. Это у меня полное право, я стал ее властником, я купил, а человек ничего, он, конечно, вкладывает свои знания в подбор машины, только заработает хоть из подбора, а просто с того, что он, ну это ближе не ко мне, вы же понимаете. мне это устроит, не устроит, я об этом парюсь меньше, мне это не приносит радости, это просто непрофессионально, но ну, мне это не парит. Да, вот. Человек купил, купил. Слава Богу, машина хорошая, поэтому ну, в, в своем бюджете она была очень недорогая. Я, например, ездила на ходу, и реально клад для, для старта, ну, для первой машины классный вариант. А подборщики, ну, регулярно смоют, смоют машину, думаю, ты же вообще увидишь, что у меня с кондиционер не заправлен. Кондиционер заправлен. говорю, да. А почему я говорю, объясню. Я это уже смеюсь. Ну, потому что проверить кондиционер, вы же поедете кнопочку Enter, печень класс, вы же увидите, зачем меня спрашивают, зачем приехал вообще? А заправлен кондиционер? Да обежал машину, ну все, я побежал, давай. Я расскажу там все. Думаю, ну господи, а зачем ты пришел? Я готов потратить на свое время, хотя у нас стоит там 12 машин, 15, неважно, да. Он что-то как-то прибежал, какой-то чумной, побегал, что-то пофоткал. Думаешь, что ты увидел, что ты понял? Я вообще говорю, так сам пофоткал. Ну, мне часто, опять же, сейчас же много таких продаж, кстати сказать, участили случаи, когда люди хотят приехать на готовую машину. У меня каждая, наверное, уже третья машина покупается. Просто человек, я еду, я уже написал договор при продаже. я снял видео, показал вам все, человек приехал, говорю, на, ключи прокатись. То есть, опять же, ну, это уже особенности продажи. Скажем так, уже, блин, рынок как меняется, как с объявлениями, так с продажей, все же меняется, ну, слава богу, развивается. Вот вы много кажете про внешний вид машина должна быть наутюжена, должна быть конфета, а как же техничный стан автомобиля? А тут как с девушкой. Прошу прощения, за шутка, конечно же, милые дамы. Смотрите, во-первых, пока не будет девушка внешне привлекательная, ее внутренний мир никто не узнает. Ну я шучу, конечно же, вы понимаете. С автомобилем вот ровно та же история. Первый человек увидеть машину ему захотелось подойти, сесть, потрогать, завести. То есть я сейчас, я, заметьте, сказал с самого начала, мы говорим о более и менее важных вещах. Не о важных и не важных. То есть вот я говорю прямые факты. Сейчас для продажи, первое, надо привести в порядок визуально кузов, чтобы фары отполируйте, чтобы лампочки все горели банально в фарах. Это люди они хотят ехать сразу знают, что что ничего не отламывается. То есть внешний вид, скажем, более важен. Есть какие-то там свист ролика, конечно, уберите. Даже если этот ролик стоит, допустим, там, 500 гривен, и мы знаем, что он стоит 500 гривен, и покупатель знает, но ну, не хочет это слышать. Будьте любезны, скажем, это скорее вложение не денег, а своего времени и энергии только для продажи машины сейчас наложить, скажем, давайте по-умному, больше времени и энергии. Возьмите, потратьте выходной, возьмите семью, вы, вымойте машину, вы, вы все лишнее уберите, где-то даже подшейте, где-то какой-то чехол, и это нормально, это никакого, без никакого обмана, раскрытия, ничего. Мы просто приводим свою машину в порядок, чтобы другой сел и поехал с удовольствием. Это нормально, это нормальный, скажу так, во всем мире, ну, в той же самой Гермавтохаусе так и работают. Они пришли, привели, взяли порядок, провели Историю, что надо сделать то. Нормально, абсолютно. Потому что сейчас люди не хотят машину брать и что-то с ней делать. Тут мова... хорпи... да. тут я сейчас скажу трошки иначе. Тут мова про то, что, ну, с нашей точки зрения, дуже многим людям, что занимаются купивлей и продажей автомобилей, абсолютно насрать на техничный стан автомобиля. Вот они полируют, там ставлять, ну, например, не знаю, вживание рулевые тяги. Да, да, зрозуміло, да, и от чему людям, что занимаются купивлей и продажей автомобиля, чему так Просто плевать на технические Я отвечу с другой стороны. Это эти граждане тарахтят на старом дизеле, как говорится. Это старые привычки, вот они отживают с трудом. Вот, вот, я знаю очень много людей, молодых пацанов, гораздо младше меня, ребят, там, там да вот, э, если старше, там, но многие давно уже, давным-давно перешли, у них есть свои поставщики, они ее нагладили в хорошем смысле, нагладить, то есть это неплохой кольцо, нагладить, нагладить, это привет Димону Одесси, то это от него пришло, тоже человек занимался 20 лет, то есть нагладить машину, это не как-то там, как говорит, намазать губы, опять же, даже часто покупатели, ну вы же там намазали губы, да нет, ну ребята, полировка машины, это полировка машины, она будет для продажи, для покупки, для себя, она одинакова. Никто там не сделает. Не, поэтому можно очень дорогую заказать, можно и подешевле, но это все полевка машины. И перешить салон, это перешить салон, да, вот допустим, или там, поменять масло. Да, я давно уже заливаю, если я лучше не буду менять масло, или залью нормально, я не буду какую-то бурду заливать, и мне это просто не надо. Ну, же поймем, сейчас немножко по-другому, это давным-давно уже работаю. Я, когда мы старались покупать, просто когда есть бушный ролик, не хочется ехать, ты его поставишь будешь, но поездить, человек его все равно должен поменять. Опять же, у нас и отношение покупателей часто какое. Хотим прям ездить, ничего не делать. Когда эта машина дорогая, даже, а, даже вы можете подтвердить, даже дорогие машины приходится тратить время и силы, чтобы довести до идеала. Який автомобиль треба вкладывать кошты, на ведь, если время и гроши. Гаразд задам інше запитання. Да, ну, вот. З технічної точки зору є, наприклад, ну не знаю, там сам розпрострільний приклад, задні сальні каленвала, десь якомусь в якомусь Фольксвагені. Він сука тече так, що як со свині, коли ми. Давайте подробно. Будь проклят задні сальні каленва. Хто взагалі його придумав? Давайте його устранімо. Давайте проголосуємо, бо ж стає задні сальники калівало. І справа, справа не в тому. Я розумію вас, в тому. Або Чому? Ну, тобто, скажи, що там є увага. Ні, нічого не тече, сухії мотори, а ми бачимо, що воно замите. Ну, Тобто, люди або свідомо так роблять, або. Не так, свідомо хотять... це говорять люди, і продавці, і перекупщики. Ну, Продажа бушного автомобіля це ж взагалі така немножко. Такая веселая трес, многим неизвестно. Веселые веселый перегон, кто быстрее прибежит, знаете, как в скачках. Только одна хромая, одна пьяная, а вторая вообще не лошадь, допустим, а крокодил. Вот такой перегон идет. К сожалению, э -э -э да, такие моменты есть. Мы стараемся этим уже не заниматься. Допустим, те же самые прокладки мы поменяем, головы там даже, всякие там, чтобы мелочи всякие, передние, верхние сальники, где просто мы поменяем. Сейчас реально стало проще с этим. Это, ну, это, это проще продать и больше в итоге заработаешь. А у саликолевала, да, что за вопрос такой, саликолевала стоит там 500 гривен, поменять его стоит там 350 долларов. Ну, я примерно говорю, да, вот. Геморроя много, времени много забирает. И, и результат не виден. Вот я считаю лучше сказать про Сали Каливала и отполировать кузов. Вот именно об этом я вам и говорю. В Каливала вы поменяете, машина визуальная вообще не меняется. Ну, если бы не, тачка там за там, 30 плюс, где надо, чтобы я считаю, машина вообще должна быть классная, чтобы человек поехал на любой 100, сказали, ну, вот, вот ну, колодки поменять, чуть какую то какую-то ерунду какую-то, да, человек, хотя у меня такое было, значит, менять колодки, вот опять недавно, никогда не было, и вот опять. Задние колодки надо будет поменять скоро, человек, колодки, я говорю, колодки – это не мотор, это не разрезан кузов, это, это просто колодки. Я сейчас на эти колодки дам вот 800 гривен. Вы видите, что такое колодки? И менять, если ты там 350 гривен стоит, ну, 400, ладно, там кого как там, да? Ну, обычные станции, элементы, да, простой машины элементарная вещь. Только соликарева – дорогая вещь. Вы его не поменяете, вам смысла нет при продаже автомобиля. Я говорю, мы сейчас же говорим со стороны продавцов автомобилей, обычных людей, да, вот. Менять его дорого. Приведите в порядок все остальное. И если у человека нормально, абсолютно, скажите, у меня сальничек то потекает, масло я подливаю. Вот, вот такая история. Если вы поменяете сальник, положите в это дело 300-400 долларов, цена машины поднимается, вы неинтересно, смысла не будет. Понимаете? Вот вы, об этом я изначально говорил, что здесь, скажем так, максимально поднять внешний вид, ну, состояние автомобиля, минимальными затратами. Это не сэкономить, лучше не сделать ничего, правильно. Лучше не менять говно, не делать кое-как, лучше зреть максимально все остальное, а на остальное, сказать, честно, уступить, сказать, вот есть у меня такой нюанс, и вот такой нюанс, пожалуйста, займитесь. Вы сами, ну, такие честно, давно эти места замывали? Давным-давно. Я забыл, когда мыл моторы. То есть, если оно течет, то нехай оно течет и ляпает нас. Абсолютно верно. А кто-то так мотор мыл? Кто, кто? Я, кто? Ты кто не раз? мыл! Да хрена мне мыть? Так а что, ты нормально помыть не мог, тишко? А я помыл так, чтобы не видно было того, кто не знает, как надо быть мотором. Что, не видно, что пол грязный, пол нет? Конечно, не видно! Ну, во-первых, вы же не забывайте, с кем вы имеете дело, с вашим покорным слугой. Такие машины мы отлавливаем на входе. Они не пойдут на выход, они на выход не пойдут. А если она будет настолько хорошая цена... То цей сальник, чай, та сальник, чи там мені пофіг не вала доїхати, я сразу зразу повізняння, прыгать в хорошу машину з там сальником. и говорит, супер, пацани, цілую ручки, я поїхав. Ціна автомобіля скаже за все. Гаразд. А чи часто продавці взагалі не розуміють, ну, коли продають свій автомобіль, наприклад, або дають його на реалізацію, що у них дуже проблемне авто, ну тобто з технічної точки зору. Я могу вас удивить, в принципе, люди стали, то, что я говорил, достаточно адекватнее. Понятно, что люди многие недопонимают. А скажу так, он считает, что у него машина хорошая, он не знает своих конкурентов на рынке, то есть этого же года, этой же цены, этого же класса машины. Я говорю, у вас она обычная, у вас она нехорошая. Это среднее состояние вашего автомобиля на этот год, ну, на эту модель, да, вот. Вот, вот такое бывает часто. Чтобы человек не понимал, что с машиной. Когда такие приходят, я ничего не знаю, у меня идеальная тачка. Я говорю, все, понял, спасибо, приезжайте еще к нам через когда? Никогда. То есть люди, как правило, понимают. Они не знают баланса состояния, понимаете, да? То есть между соседским автомобилем в такой же цене, В такому ж годі, в такому ж класі, ну, і все вместе. під час війни, яка вона почалася, професія перекупу вона стала популярнішою чи, чи не стала? Не, ничего не изменилось. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то остается. Стало сложнее, ну, потому что сложнее продавать, но сложнее, где сейчас стало легче. Поэтому, скажем, на фоне того, как в других секторах экономики, у нас особо, скажем, баланс абсолютно ровный. То есть, где-то есть страшные провалы, где-то наоборот, подъем, в среднем по экономике, да, какие-то без минуса. В количестве прибыли, да, у нас такие же точно, но никого-то не волнуют, все, все понимают. А Д. На вашу точку зору, наибольшее скупчение перекупив в Украине? Ой, ну это такой вопрос везде. Сейчас, опять же, много работает интернет. Точно так же люди покупают через интернет, как и продают. И очень многие люди пригоняют на большие площадки, мы знаем прекрасно. Да? Вот. Как раз учитывая то, что люди стали меньше ездить по регионам, то есть сейчас локации стали как-то уровне более, и стало больше, они стали более сегментированы по всей стране. Люди хотят где-то по месту посмотреть, купить, заниматься своими делами. Вот поэтому приходится исходя из всего этого, дать такой продукт, чтобы он не поехал искать его дальше, вы не поедете покупать телефон в другой конец Украины, если есть такой же, чуть-чуть дороже, но возле вас. С машинами сейчас ситуация такая же точно. То есть а рынок, то есть перекупщики, вы поймите правильно, это люди, которые, как правило, много общаются, много следят за тенденциями. В Instagram, в TikTok зайдите, вы найдете в любом случае куча вариантов, куча объявлений, покупки, продажи. Сейчас, да, даже я не против никого ни в дня ничего, это прекрасно работает. Но с современной тенденцией мы уходим примерно в сторону Инстаграма, в сторону ТикТока. Как э, вычислить перекупа? Какие три фактора есть, что по размове, ну, они очень часто шифруется. моя машина, я ее купил, я на ней езжу, а по факту мы понимаем, что человек занимается куплей и продажей автомобиля. Если человек работает очень грамотно, если он прям хочет показать, что он хозяин, и у вас нет квалификации, вы не позвели под 50 машинами, хотя бы 25, я думаю, вы не вычислите. Если человек не хочет, чтобы вы вычислили. Понимаете, да? Я могу сейчас на спор все эти историки. Я, я тоже вижу эти ролики, как увидеть? Да, ну не, что вы говорите? Опять же, ко мне приезжают даже продавцы машин. Вот те, кто ездил на машине. Кто-то привозит идеальную, просто он ее, он всегда ее мыл, он ее отмыл, привез чистую. Кто-то привез хлам. Ну, хлам имеется в виду в внешнем состоянии. Кто-то привез в идеальном состоянии технически, кто-то у кого-то доездил перед большим ремонтом. Поэтому, так же, как люди, обычные продавцы машин очень разные, так вот мимикрировать, скажем так, под одного из этих вариантов перекупщик очень легко. Я всегда говорю, там у меня племяш там что-то поробив, он так любит заниматься машинками, он меня почистил и все поробив. Ну, это я колись так працював, это было даже смешно. Так мы это все делали. Вот, а, что а, а, вы? А я говорю, нет, мотор, то нет, ну я меня в свечке, а, а, ремень, який, оце гидрач, який. А, вы меня никогда не спимаете, Я настолько буду уворачиваться. Я думаю, чем не занимаюсь, это даже перестало быть необходимостью. Сейчас, кстати, опять же, рынок поменялся, очень неплохо стали работать площадки, да, вот некоторые, скажем так, кто выбрал правильную стратегию, э, работы открытыми, скажем, с продавцами, с покупателями, люди к ним обращаются. Есть, понятно, там болото, есть нормальные люди, которые, и все понимают, что, в принципе, это удобно. Приехать, увидеть машины, выбрать, поговорить, поторговаться, почему бы нет. Не обязательно ехать на рынок, это уже немножко, ну, чтобы каменный век, не всегда это удобно. Понимаете, площадка на одном месте, все люди на одном месте, с ними больше возможностей работы, как по мне лично. Да, вот. Поэтому перекупщик, если он хочет, прям скрытный, ну, остальное, там, пойти, когда мне говорят, ну, так как если машина помытая, как говорят, там, на пи... пи да, или на я, Подождите, ну давайте продавать все говно, давайте продавать грязные тачки, чтобы она не была с машиной перекупщика. Ну звучит это девушка смешно. Вы сами когда приезжаете, видите машину зачуханную, то загони, что я на мойку, господи, прости. Покажи машину чистую, чтобы мы все видели по ней. Смысл в чем чистого автомобиля, я вам объясню. Не, не вам, конечно, Николай, а нашим зрителям, чтобы вы видели все изъяны по ней. Когда машина там непонятно не, не в чем, не в саже, вы должны увидеть автомобиль. Вы должны спокойненько обойти внимательно кузов, да, вот выбрать. Мы сейчас здесь продажа в отеле. Так вот, в продаже идеально, чтобы вы его приготовили, чтобы люди увидели его чистый и увидели, в каком состоянии, а не в каком слоях резита вековых. Как часто вы стебетесь над людьми, когда вот приходит там типа мы профессионалы, мы такие, ух, зараз всех пор... Это прекрасные люди, смотрите, есть люди, которые вот видно, что они... Просто ездил водитель, да, человек там было три машины в жизни, пять там, да, он смотрит свои какие-то вещи, которые он сам знает, это не вызывает у меня никакого там смеха, что я больше знаю, этот человек может в другой области знать в 10 раз больше меня, он же давно не смеется, а если какой-то врач там или учитель, там то года строитель, это не имеет значения. А вот, нет, ну да, это прослойка, которая называет псевдопрофессионал. Это, конечно, весело. Если у... приходит, допустим, ко мне врач, осваливает машину, думаю, фига себе, человек просто видит, у него просто нормальный здравомыслящий человек, прагматичный, да, вот, при этом нравится машина, он пошел, да нет, вроде зазоры все ровные, болты не кручены, это врач мне говорит. Прекрасно, человек, мне очень нравится это. Но вот эти, которые приходят, говорят, я все бачу. Мы стоим, что ты бачишь там, Господи, прости. Там бачат и метров с двадцати от бежать надо. Что и там в, шест... в, шестером бачат, обошли, заворачивать. Я говорю, ладно, я ему ступлю, мне сегодня машину забирай. Ну, это была история несколько еще до войны. Но так и было. Была там одна там Шкода, не будем говорить, яка. Но ну, она просто была уставшая. Цена у нее была, кстати, тоже невысокая. Опять же, вот эти истории, когда мы берем совсем дешево и задираем. Нет, мы взяли недорого, чуть привели в порядок. Она будет ездить. Как она будет ездить, конечно, это вопрос другой. Ну, она будет ездить грустно. Не, она будет ездить, ничего там. Боком трошки. Ну, не, ну она не такая, там просто она, там большой пробег, уши всей бабки мы называем. Ничего серьезного, но вся она какая-то такая вот. Но люди приехали, взяли специалиста опять, что нужно говорить? Они взяли специалиста, они приехали с Жинкой с кумом, ну, то есть все полностью антураж весь, все, 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 все действующие лица спектакля приехали, никто не опоздал. И вот он еще он смотрит, и мы смотрим, что ж ты там, ну там дверь болтается, она на гвозде, ну грубо говоря, да, оно прям видно. Там сиденье, сказать, что понятно, что там как-то перешиты, там, там уже второй раз они перешиты. Там ну, стаканы, просто видно, что там есть столько зачуханное, что там сколько раз что-то снимали, стали и царапали стакан, вы понимаете, это просто от количества съемок, все, пробег там какой, не знаю, и не хочу знать. Ну, опять же, машина была по низу, там, и я ее, все, мы берем. В этом плане, опять же, мы не будем возвращаться к покупке автомобиля, это чуть другая история история, да, там, выбору. Все-таки лучше обращаться к специалисту. Сейчас их есть, учитывая конкуренция тоже, уж понимаете, на рынке там есть. Выбрать тол толкового, нормального, либо чисто хорошего специалиста по этой модели, либо человека действительно прагматичного, понимающего, вы много обойдете да, при покупке автомобиля. Но это желательно, если вы не разбираетесь. Как выбрать своего фахивца? От людина не розуміє, до кого мені звернутися. Ну все. Хто о чому, а дурний баню. Ні, 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 ні. Зараз не з точки зору автокомпанії, Зараз зору... Не, не про компанію Один авто. Ми зараз з, з точки зору... взагалі от просто людям допомогти якимось. Люди, які хочуть купити собі авто. Так. не дуже смотри, вспоминайте, кто у вас есть действительно понимающий. Это не человек, который просто долго ездит на машине. Да, кто-то, молодежь получил права, хочет первую машину выбрать, а там у соседа, там батя, он когда-то работал в таксопарке. Ну да, вот. Это, нет, это реальная история, ничего, мне даже не весело, заметьте. И такой человек приходит, говорит, о, да тут же, о, ш... он даже ничего не сказал, ой, тут же, у него ступор, он забыл, что он хотел сказать. У меня такое было, мужику там лет под 60, он реально ездил когда, на Волге в такси, и он приехал выбирать БВ тройку, идеальный вариант, то есть таких много, то есть если попробуйте выбрать, Есть тебя дед шкварня, да, 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 как, а как Алый, то есть это реальная история, а как то шесть мотор працую громко. Ты когда это в последний раз мотор видел? по-моему, никогда. Кто-то, знаешь, как должен работать. То есть тут, конечно, желательно не ошибиться. Да. Это не просто надо, ну, наверное, какие-то, опять же, хоро хорошие знакомые, которые могут посмотреть, как, тот купил, тот купил, все ездят, посмотреть, почитать какие-то отзывы. Ну и поискать людей, которые. Кстати, это может быть не только вы, любой хороший, грамотный перекупщик, рабочий годами. У нас уже, вы уж понимаете, я же я не смотрю, я такую руку поднес к нему, чувствую по нему ауру. Чувствую. Я вангую. Да, да, да. Я бачу. Мы их по телефону прямо так. Я так чувствую 5700. Я бачу 5700. Ребята. Опять же, да, еще ж вопрос цены, еще ж вопрос бюджета, и чего хотите, но это, это уже понятно. як Нет, Как понять, что там с той стороны, если общаетесь по телефону, что там действительно люди, что ну, не хотят развести Подборщика? Бабку. А под, мы говорим о подборе Ну окей, нехай будет подборщика. Як, як за какие вопросы Я вам Отвечу, дуже. а как вы хотите понять, допустим, стоматолог, вы звоните, добрый день, у меня болит там шестерочка верхняя, да? Как вы поймете по стоматологу, что он хороший стоматолог и плохой? По отзывам, по по с, 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 близких желательно максимум в интернете к сожалению если у вас до этого не было такого если шел такой специалист ну, поддержите какое-то минимальное чтобы можно было годами обращаться конечно приятно когда человек к тебе возвращается это не кладет тебя какую-то ответственность дополнительную скажем так и ты с удовольствием ему помогаешь да вот и как везде, это, к сожалению, риски застрахован никто, но то, что вы будете больше застрахованы, чем прежде сами, или прежде какие-то наверное, даже средней руки или, или мало профессиональный человек, но профессиональный ключевое слово, но он не глубоко знает, все знают знает больше, чем какой-то случайный человек. К сожалению, так. Какие у вас кумедные истории вас были за последний месяц? Да я в них живу. Это, это такая работа, тут сколько всего бывает. Люди приезжают, нет, мы хотим продать, мы, в смысле в чем, трудно дать э, интонацию, э, ну будем мы говорить о Майбах или Бентли как минимум, у нас черри Тихо немножко ржавый. это хозяева, проездили на машине там лет 5, ну она немножко ржавая, там не ржавые были, только что, только стекла, стекла не ржавеют, хотя я начал сомневаться, потому что ржавчина стекла тоже была, то есть мы готовы, только мы все прочитали, мы готовы только отдать ее по договору вот так, чтобы переоформили. Я говорю, вы уверены, что это вот вообще можно продавать? Вообще? Это как бы, давайте уже спишем его, наверное. Просто, просто пойдем в Рео, перекрестим, отправим. Ну вот, с такими умными лицами это люди. И столько на полных, до серьезных щах, как говорят, приехали. Мы, конечно, угорали с товарищем, мы просто замерзали. Другие приезжают, смотри, смотри машину, не нашли ни одного подкраса, потыкали хорошим прибором, то есть проверили действительно. Говорят, ну, мне кажется, что он крашен. Я говорю, ну, крашен раз он точно на заводе. А какие у вас, мне стало смешно. Я понимаю, что люди приехали не покупать, а их голову. Ну, раз так, я всегда рядом. Все... Я все вам заборочу так же. Я говорю, знаете, я узнал, что я на самом деле, да, она крашена. Как узнали? Да я просто, Вы не переживайте, она была в угоне в Европе ее в Казахстан отправили, из Казахстана без следа перевезли, но по ней не видно, исчезали до нуля, перекрасили по новой. Мы так и думали, Я говорю, так и есть. Ну, ну, пойти человеку сказать, у него хороший прибор, который, как бы, понимаете, даже видит даже там металлизированную шпаклевку. Он взял дорогой прибор, взял в аренду, просто взять машину. Показывает машина завод. У меня есть все документы. Один хозяин машины, официальная машина. Иди. Мне кажется, она крашеная. Я понял, что человек пришел не покупать. И, ну, а тут фантазия, конечно, у меня сразу щелк, счетчик Гейгера включился. И вот оно, немцы, Казахстан украли, увезли труп, стерли до нуля, покрасили, все, там, космос, поехали, две лошадки убежали, все. Ну, что ты сделаешь? Ну, люди хотят так, ну, ну что я могу сделать? Так, кстати, так, точно так же, к сожалению, даже раздаются когда какие-то слухи, какие-то приколы, человек говорит, а мы вот узнали, ну да, да, вы пришли увидеть целую тачку, решили, что она крашеная, ну и вам наплели. тут. Вот. Вот, ну что с вами делать еще? Чимают те перекупы свои принципы? Да, конечно. Смотрите, просто нет такого, скажем так, нет такого общего, там, общего, скажем, по цеху какого-то среднего. Кто-то есть беспринцип, как в любой работе. Есть люди, как строитель, как любой врач. Есть абсолютно беспринципные. Есть у меня коллеги, которые не позволит себе мне привезти машину, которая будет отличаться от того, что мне расскажут, допустим. Есть люди, которые не будут продавать карачи, они все-таки придут в порядок, он просто не хочет свое имя как бы засирать, он хочет остаться норм, ну, вот, чтобы все знали, что он работает. Притом это даже не влияет на то, что говорят, вот там перекуп, перекуп. Ну, наши нас же перекупщики, это половина страны, мы же это понимаем. Хлеб перекупают, лекарства перекупают, ну, грубо, газ и то, нас же у нас перекупают, и нам же продают. Это же не перекупы. Это, скажем, это скорее традиционное такое, слово, при, при прицепившееся к, именно к этой отрасли. Если мы копнем, у нас процентов ну, 30 страны занимается продажей, там, перекупкой, скажем так, чего-либо, услуг, товаров, там, с чего угодно. Будь-яка людина, что что-то купила и сама хочет продать Сама, сама это он, и то, он произвел на поле, купил, продал другой, продал третий. Ну там уже было два, о чем мы говорим, что не покупать арбузы теперь. Арбузы, да, <laughs> это уже вкусная тема. Как собой поводить, когда и продаешь автомобиль? Будьте Вид сразу все казать. Або... Как поводить? Давайте себя? назовем так, степень правды. Смотрите, это очень тонкий вопрос, он прям непростой, вообще зависит, во-первых, от, от автомобиля. Но давайте так, если, если от этого оттолкнуться, больше упирайте на достоинство, не забудьте сказать про кондиционер рабочий минимум 26 раз. Не забудьте это сделать. Не забудьте, конечно, если машина там э, без ржавчины, чтобы человек это просто въелось в сознание. Часто люди покупают из первого раза, подумают, он должен это прям запомнить. Это правда, это скорее психические приемы, да вот. Есть какой-то нюанс, скажем так, э, вы его не то чтобы скрываете, но применьшайте его значимость. Ну, к сожалению, так, да. Буш на автомобиль если оторваться от покупки и продажи, ну это, вы же понимаете, это бушный автомобиль. Мечтать, что он будет нового не надо. То, что люди хотят сказать, что ну, себе, себе придумать при покупке, что они прям урвали классный, и им повезло, ну, немножко подыграйте, немножко артистизма, немножечко надо перчика, щепоточку туда, немножко розовые пенки на машину. Ну, это самое смешное. Мы когда приходим в салон пойдем новый, поэтому вот длинноногие блондинки, там несут кофе, все красиво. Это для того, чтобы человек ощутил немножко подъем эмоций, какой-то праздничный. Да, вот. вот немножечко надо эту ситуацию человеку создать. Это даже как продавца, это ваша задача, чтобы человек был рад покупке. Машина не хуже, не лучше не станет. Но радость вы человеку можете доставить, будьте любезны. Сделайте это. Как часто у вас бывают э, какие-то возвраты, рекламации, где купил машину, стуканул мотор, или что-то такое? Я вас найду, что... да, ну, я... Во-первых, меня искать уже, все, кто знает, меня искать тоже... Не, такие... <coughs> <это же> <coughs> <coughs> ну, не, не, знаете, за последнее не продаем мы так машины, опять же, именно потому, что мы, не забывайте, машины покупаем. То есть вот эти вот истории про какое-то говно, какой-то фигни, поналивал мотор, быстро продал, убежал. Ну, поймите, это немножечко, и не тоже в этом совсем нет. Но это настолько стало мало, это скорее уже переходит в эпос, народные легенды, сказания. Это все было когда-то, ну, немного, но было. Из Германии к нам так гнали машины, если кто помнит, в начале 90-х. И, и немцы нам такие же прекрасно гнали эти комчи, сматывали пробеги. И немцы нам заливали фигни, приезжали машины там в Украину и все, в страны. И они там рассыпались. Ну, было. Было, это, когда, когда, чего только не было. И в советское время этого было хватало. Я скажу так, самый маленький еще, это еще вот таким юношей бегал. И помните историю сказали про советские машины, как там кидали, ломали, а как там машину как-то красили и продавали. Это было всегда. Но сейчас, скажем так, такого меньше гораздо. Просто меньше. Сейчас скорее машины стараются люди работать, спокойно зарабатывать свои деньги. Это не самый легкий хлеб, просто мне он нравится, а легкого хлеба нет сейчас нигде и, может, и не надо. То есть, зарабатывая своим знаниями, своим трудом, ты получаешь вознаграждение за свой опыт, и, в принципе, это классно. А что вас привело до работы само перекупом? Яка в жизни была подія? Это, знаете, это как вот, бывает такой гнаничок, он потом ничего не привело. Меня сама туда вытолкнула. я занимался, вы знаете, каким другим немножко бизнесом, тоже связанным с автомобилестроением, ну, с автомобилем, прошу прощения, с ремонтом автомобилей, там, с, с разным тюнингом. Живость характера одну продал, себе покатался, другую купил. То есть не было цели. Знаете, многие приходят, все, я буду торговать машины. Молодежи сейчас очень много, это очень весело смотрится. Дружки продают, что-то по 200 долларов зарабатывают. Счастье миллион. Весь город знает. Общий, общая прибыль придаст человек примерно 1267 гривен. Но удовольствие. Не, ну почему нет? Ну, это, это ничем не хуже, чем, не знаю, там, рыбалка зимняя или что-то что еще. Короче, Но... у вас это бизнес позалет. Сейчас, это, скажем, это бизнес привел меня... Э Возможности в нем есть расти, в нем есть возможность развиваться, становиться более профессиональным и в технической части и психологом. Мне все нравится. Окей, если бы не ваша профессия купили продажи автомобилей, чем бы вы занимались сейчас, ну, как бы у нас, например, неможливо было бы... Ну, у нас нет такого, просто нет рынка автомобилей, потому что такой профессии не может не быть. Во-первых, профессии перекупщика существует не по желанию, или, или как много профессий существует, потому что они необходимы, потому что люди этим хотят заниматься, скажем так. Во-первых, как если я машину свою купил, я ее продал, и это во всем мире есть. Опять же, это не какая-то украинская особенность, в Америке, в Европе, в Мексике, в Венесуэле, в Таиланде. Ну, любую страну, кроме Антарктиды, наверное, и то не был, не знаю. Я бы съездил, может, что и продал бы. Скажем так, да? Да я занимался богато чем. Я держал ресторан. Я занимался, вот, Господи, у меня свой стол было, как вы знаете, да, но ну, и сейчас там трохи работают для себя, да, вот, для души, так сказать, да. Поэтому я занимался там установкой там доп. оборудования на своем стол, я держал рестораны, кафе, мы занимались рыбалкой на теплой воде, продолжать держали еще на монтаж, только чем я только не занимался. Поэтому это предпринимательство, в принципе, поэтому... Ключевое слово, предприниматель. Я предприемец, а уже куда направлять свои силы, поэтому, кто думает, перекупщик держит свою то я найду себя в другом, и вообще об этом не переживаю. В данный момент я вижу в этом как бы свою работу. Мне это удобно, потому что у меня есть какое-то, ну, могу потратить скажем так, количество времени, чтобы заработать какие-то деньги, я сам этому урегулировать. регулировать. Я могу продать две машины в месяц и просто себе как бы покушать себе хватит. Могу больше попахать, заработать больше. Могу вообще ничего не делать. Гаразд, Я ответ знаю, но задам все одно запитание. Чи приносит вам удовольствие ваша работа? Чи это так из-за необходимости? Ну, я не хочу говорить банальности. Если тебе работа не нравится, ну, тяжело работать. Для меня, в принципе, изначально я от этого не получаю удовольствие, от работы вообще не получаю никакого удовольствия, но от своей работы я не получаю удовольствия гораздо меньше, чем от других работ. Нет, на самом деле это классно, мне нравится. Да, вот. То есть вообще нравится заниматься машинами. Николай меня знает уже давно, я всегда занимался машинами. И уходя даже в другие виды деятельности, я никогда их не забывал. То есть изначально мне это нравится. Я считаю, даже если раскрыть этот немножко вопрос, да, тебе может нравиться зарабатывать деньги. Если тебе в этом получается зарабатывать деньги, тебе в том числе же это должно нравиться. Есть такой же люди, такой людей. Потому что есть другой момент. Мне работа, как я знаю, таких, мне работа нравится, денег не приносит. Ну, работа для денег все-таки мое мнение. Но у меня связка вот эта вот нравится работа деньги. У меня там нет никаких логических разрывов. То есть мне нравится этим зарабатывать деньги. Красавчик, дякую. И теперь пропоную подвести каких-то итоги. Хлопцы, продаем машину, не суетясь, вкладая в нее свое время, максимально наглаживаем ее по состоянию внешней, по салону, убираем технические косяки, рынок перегрет по машинам, ничего страшного, в панику подать не надо. Я в руке много лет, ничего не измест, баланс цен поменялся, машины будут продаваться и покупаться, люди будут жениться, разводиться, будут строиться дома, будут дома разрушаться, то есть поэтому ничего страшного, просто надо внимательно отнестись к продаже машины. Сейчас такая ситуация на рынке, не более того. Ну і напевно, у мене на сьогодні все дуже швидесенько відстрілялися, і я думаю, що навіть тут і для хлопців на монтажі нічого не звінати, що сьогодні малчаліво як ніколчарів, як ніколи сьогодні. То, да, ми закладали дві години, у нас пройшло 40 хвилин і я, я думаю, просто що мал, ми все встигли. Дуже дякую. Якщо є запитання, ми. Треба Инстаграм причепить какие-то? Чи... Да я думаю, что нет. Будут запытания, Дорога не дальняя. адрес знаете, пересечемся. Если какие-то будут интересные вопросы, можем отвечать, допустим, отдельно. Можно даже какие-то видеоролики снимать, да, если надо будет людям более скрыто длительный какой-то ответом. Мне иметь позиции тяжело. Опять же, это вопрос не того, что вот я такой прям сладкий или наоборот, вот все рассказал, выкинул. я говорю, как, как правильно делать? У людей сейчас не ни времени, ни возможности. Как правильно старайтесь так делать? Максимально. То есть сделайте, что можно. Просто помойте машину, уже будет лучше. Просто поменяйте лампочки, уже будет лучше. То есть просто максимально отнеситесь правильно. Сделайте, не пытайтесь, возите хороший телефон по руке машины. Лучший фотоаппарат. Лучше что-то еще. Да вот. Просто сейчас продажа машины, как продажа чего-либо, стала сложнее. Значит, поэтому поразить, чтобы остаться при деньгах, чуть больше времени, сил и знаний. Дякую. Ну, напевно, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, був Андрій. Всім привіт, хорошого дня і всім мирного неба. Щасливої дороги, блять, щасливої дороги. Всім удачі на дорогах і всім пока-пока. Дуже швидко якось пішло. І удачі. удачи на дороге возле моря. Все, ладно, давайте, сейчас мы все нас понесет. Это мы уже переходим, скажем, лично, я сейчас мы придем к празднованию этого дела. Шучу, никакого праздника не будет, сегодня вторник, а праздник у нас, значит, на когда? Правильно, на вторник 6 часов вечера и рано еще. Все, давайте это вырезать, это уже лишнее. Несет нас уже понесло, блядь.